дальше. Ну это выезд. Мы же хотели с какими-то грибными делами заехать. Я куда хотела, там дорога уже не едет. А, ну все тогда. Там же эта херня стоит. Видите, какие лужочки хорошие. Под покос по-любому, да? Выкосили, он, видишь, даже следы есть. Да, ну, не стал показывать. Грибочки белые, там немного, всего 10-литровое ведро, поэтому просто лес осенний, красивый. Вообще балдею от лесов, от всего. В Чебоксарах мне еще нравится Лакреевский лес, тоже такое просто чудо. Ну, не знаю, может быть, мне как-то не так кажется. Давай, хороший лесочек, мне нравится. Такой. Вон Иван-чай высохший. Вот его можно сейчас брать, прям высохший. Он такой, весь такой напоенный. Все, что есть, взял с себя, с листа. Вот смотри, еще покосы. Прям замечательные такие покосы. Не знаю, это, наверное, это. Территория выкашивается, наверное, под нужды. Безопасности полетов, может быть. Не знаю, надо поинтересоваться. Сегодня кошка, короче, шара. Знаешь, что делала? Ящерицу поймала и играла ей. Ну, конечно, нет. Есть уже тут все? Ты думаешь, тут нету? Что ты? Ведра хватит, что ли? Давай еще хотя бы ведерко наберем. Сегодня погода такая глубокая. Небо не особо глубокое, низенькое такое. Вообще тут. А погода сама по себе такая. Ну вот не знаю, у меня такое, хочется так сказать, такое, ну, пожелание сказать так, что погода глубокая. Что, а что этим сказано? Ну, такое, и такое вот все тут загадочное такое, да? Вот где просто побродить, недалеко от города. Там где-то голоса детские там еще. Вон скирды, вон они. А, не мы одни здесь подъехали. Еще вон. Нашли себе отдых. Горожане, а? Ну да, вот видишь. Вот она. Да, покосные дела, вот они. Дособирали чутка, да? Шиповничек, кустики. Но я потом покажу, у меня там есть место около дачи там. Да вот там шиповничка, так шиповничка, там прям. И главное, что рядом, вот от жилища, не надо никуда далеко идти. Как вот раньше мы ходили в школе на японское кладбище. Ох, там заросли были. Но покажу обязательно, специально выгребусь показать, сделаю стримчик такой небольшой, покажу там наши замечательные места, прямо ногами пройду 1,5 километра, будет такой интересный, веселящий будет такой сердце, нет, не веселящий, радующий такой будет сердцу. Фильм. Вот здесь вот могут быть грибочочки. Сейчас картошки пожарить и туда белых немного, и нормально будет. Ой, ну все, разбрызгивая жухлую листву, что осыпало нас недавно, я ветер примерял к лицу.
мира видеть было мне забавно. Я видел свет погасших звезд, плеск волн морей, давно иссохших дожди, нечитанных стихов, страниц забвения продрогших. Я где-то уже прочитывал на видео этот стих. Это стих. Да, этому стиху уже 24 года, наверное, будет. Ну, если ориентировочно взять, что мне сегодня 49, а записал я его, написал стих где-то в 25. Причем писал я его, когда мне были жуткие, жутчайшие боли. Реально боль поднялась изнутри и прошептала: что тоскуешь? Живя во сне, живя в бреду, зачем ты душу полосуешь? Пусть будет боль, она вернее, тоска лишь мучает, не губит. Сдирая кожу с ран, живых страдай, и смерть тебя полюбит. Я ей сказал: мне надо жить, так надо сделать еще много. Теперь я вновь могу любить, открылась новая дорога. И вот тогда, я помню, на этом позитиве я с болью прямо сросся, сроднился. У меня бок так долго болел, жутко. И вот я тогда понял, как хорошо, когда не болит. Вообще, человек, в общем-то, и живет, чтобы полюбить по образу и подобию. Воспроизвестись. Да, поедем. Любовь в центре вообще мироздания должна быть. Не получается ничего без этого. Характеризует, там не характеризует, там притяжение. Мы же все организмы живые здесь, на планете. В этой череде переосмыслений, перерождений. Там кто как хочет во что верить, там, ну, кто ни во что не хочет верить, ну, воздастся каждому по вере его. А Воланд выпьет из его черепа вина, а вино прольется на землю, и грозди виноградные вновь прорастут. Будет новое вино и новая пища. Кому как? Кому-то пища, кому-то веселье, удовольствие. А если все совместить и понять, обрести в себе ровность, это высшее, конечно, счастье. Но опять же, каждому. Кому как? Да. Грибочков в этом лесу уже поменьше. Я бы сказал, значительно меньше. Зато как красиво тут ходить. По-любому тут тоже, да, наверное, белые были. Ага. Сейчас уже, наверное, здесь уже не будет. Уже холодно, заморозки были. Хотя, помнишь, мы в 19-м году... Когда мы ездили с тобой? Меня когда с тюрьмы отпустили, это самое, где это, где-то в конце самого сентября мы поехали, да? Или в октябре даже, я вот про что и говорю. Вот она, косилка там. Вон косилка, вон она. Вон они занимаются косьбой. Косьба, потом едьба, потом хорошо на свете жить. Я и говорю, где-то мы в начале октября, потому что я там слился на несколько дней. Прямо. Ну да, совсем мало. Ну, осенний грибной стрим. Осень, сентябрь 2024. Роман Зайцев, живу на ДВ. Приглашаю на свой канал, на дублирующий канал. И я перехожу на ВКонтакте. Ссылку оставлю под видео.